доброго времени суток! Сегодня я буду делать печенье с яблочной начинкой. Для теста мне потребуется 130 мл кефира, я беру 2,5%, 1 желток, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 120 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя и 300 граммов муки. Для начинки беру где-то 6 яблок среднего размера, 3 столовые ложки сахара, добавлю ванильного сахара и сливочного масла 20-25 граммов. По желанию сверху печенье можно будет притрусить сахарной пудрой. Начну с приготовления начинки. Яблоки натираю на крупную терку. Сливочное масло я помещаю на сковородку. Сюда же помещаю яблоки, добавляю сахар и ванильный сахар. При непрерывном помешивании теперь буду яблоки с сахаром, ванилином на медленном огне томить, ориентировочно 10-15 минут, пока яблоки станут мягкими, а выделенная жидкость испарится. К кефиру добавляю желток и сахар. Все это перемешиваю. Отставляю пока в сторону и буду заниматься сухими компонентами. К муке я добавляю щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя. Все это перемешиваю и сюда же добавляю 120 граммов сливочного масла. И теперь масло твердое должно быть. Теперь все перемешиваю в крошку. Получилась вот такая крошка. И теперь к этой массе я добавляю жидкую смесь. Замешиваю тесто. Тесто замесилось быстро. Получился вот такой вот у меня мягкий единый комок. Я его положу в полиэтилен и отправлю минут на 15 в холодильник. Пока я замешивала тесто, вот вы видите, из начинки лишняя жидкость испарилась. И я теперь отправляю начинку остывать. Начинка готова, достаю тесто. Тесто разделю на две одинаковые приблизительно части. И раскатаю теперь эту часть. Я раскатала где-то толщиной 3 приблизительно миллиметра. Начинку разделила на две части. И одну часть начинки выкладываю сюда. И распределяю по всему раскатанному тесту. Теперь скатаю это все в рулетик. Такой рулетик получился. И этот рулетик теперь разрежу на равные части. Сначала пополам, еще пополам. Так, и теперь каждую часть на 3 части. Полученные такие мини-рулетики я выкладываю на противень. Точно так же делаю со второй частью. Печенье нарезано. Пока я его подготавливала, духовка поставилась на разогрев и разогрета до 180 градусов. Отправляю печенье в духовку ориентировочно минут на 20. Буду смотреть по мере готовности. Печенье готово. Сейчас оно немного остынет, и можно выкладывать его на тарелку и присыпать сахарной пудрой.
Вот столько нежного песочного печенья с яблочной начинкой у меня получилось. Очень мягкое, вкусное. Рекомендую. И мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!